18-й международный джазовый фестиваль пройдет с 5 по 14 ноября в Приморской краевой филармонии. Откроет фестивальную программу известный джазовый вокалист и танцор Стивен Митчелл. Он исполнит программу, состоящую из собственных песен и интерпретаций известных джазовых стандартов 30-40-х годов прошлого века в сопровождении известного в Владивостоке джазового квартета Ильи Лушникова. Мы будем играть музыку из 30-х и 40-х годов, и я очень рад, что могу ей поделиться, научить и дать пример местным музыкантам, которые примут участие в фестивале. Потому что этот жанр уже немножко забывается, и некоторые имена уходят в историю. Но я буду счастлив вернуть их людям. Второй день фестиваля представит симфоджазовый проект Symphonic Tales французского квартета Сами Тьебо и Тихоокеанского симфонического оркестра. Для нас это уникальный опыт, потому что никогда еще французские музыканты не... У нас были квартеты, трио, соло-выступления, но никогда наши музыканты не играли с Тихоокеанским симфоническим оркестром. Мы с нетерпением ждем, как оно получится, какая мощь звуковая ждет нас 6 числа. Солистом джазовой программы эстрадного оркестра филармонии станет финалист шоу «Голос», участник X-Factor и победитель проекта «Главная сцена», лауреат многочисленных фестивалей, обладатель специальных наград и один из самых талантливых молодых вокалистов на российской сцене Арсен Мукенди. Несмотря на ограничительные меры по 50% наполняемости зала, фестиваль состоится в полноценном формате и подарит поклонникам 7 дней музыки нового света и незабываемые встречи с музыкантами из России, Франции и США. Анна Дьякова, Денис Фадеев, новости на восьмом.